Ну что, можем поесть сейчас мороженое? А что за кино? Расскажите. Ага, айда за мороженое. Давай, я первый оттуда добегу. Давай, я первее. А куда ты идешь-то, а? Я помню. Помню все. В городском парке, как всегда, по субботам, были танцы. Таня, спасибо. Это я, Акимов Александр, воспитанник музыкального взвода 333-го полка. Родители погибли в Испании в 37-м. Остались мы вдвоем с братом. А это Аня. Просто Аня. Если не считать того, что для меня она была не просто Аня. Подожди-ка, сейчас я подойду. Сашка, ты почему не в части? Оська попросил. У них вон, весь оркестр разбежался, последний трубач в среду уехал. Воспитанник взвода Акимов. Я. Приказываю немедленно вернуться в крепость. Чё ты меня орёшь? Ты мне не отец, а не командир даже. Чё орёшь-то при всех? Старшине Коваленку передашь, чтобы примерно тебя наказал. Есть. Приду, проверю. И незачем так фальшивить. Кругом! Шагом! Арш! А еще брату называется. Бабушка, бабушка, смотрите. Товарищи, семья военного офицера, ну соберитесь. А, не иди сюда. Я здесь. Что вы там балаган-то устроили? Ну, давай ко мне. Замерли? Тихо все, замерли. Замерли. Полком, легче команды, что с вами справиться. Больно! Это мой дом, моя крепость, довольно большая, все, конечно, не облазить, но я знал такие места, что если захочу спрятаться, никто не найдет. Спасибо. Билетов нету. И по армейской броне нету. И по всем статьям нету. Я вам русским языком объясняю. Мне дали только 3 дня, туда и обратно. Вот пускай билеты дают. У нас нет. Можете зарезать. Послушайте, у меня в Даугу впился жена и маленький ребенок. Я должен их перевести по месту службы. На 20 июля. Все, что могу. Снимите бронь. Товарищ комиссар,
говорю как родному. Запретили трогать бронь. Со штаба армии директива пришла только по отдельному приказу. Значит, нет. Может, и к лучшему. Чего ж сюда, когда все отсюда? Что конкретно вы хотите этим сказать? Парит. Сахара. Ну, единёчек. Ложись и помирай. Немецкий литерный? Здрасте, товарищ комиссар. Привет, Николай. Кино везешь? Ага, везу. Давай еще! Давай! Комиссар. Собрались. Не уехали, товарищ полковой комиссар. Да уедешь от вас. Тоже мне эншпиль. Кино привез? Привез. И пиво. Может, без пива? Ну, что ж, завтра воскресенье. В воскресенье люди отдыхают. Вот я отдохну. Мама! Три пива. Скажи, нет, ты скажи. Почему? Я говорила, пропустила, но я тоже говорила. Нет, ты не говорила, ты поддакивала. И детям минералочку. О детях он вспомнил. Так, ничего не забыли. Смотри, какая шляпа. Спасибо, Соня. Пошли, бойцы. Это же дети. Зато красивая. Ну да, у мамы такая. Только слова пишет во мне. Привез? Привез. Опять, наверное, про любовь? Про любовь. Попался я, товарищ старшина. Шо? Реми тебе всыпать, ты шо? Так я ж он тебя прикметил. Сфальшивил я, а у брата слух, сами знаете. И шо играл? На сопках. Чтоб к утру Александр выучил. Завтра на смотре заиграешь. Стоп, музыка! Хрущ, фу, что ты делаешь? Куда ты смотришь? Товарищ лейтенант, ну это какое-то лебединое озеро, ну. И... Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Зинчик, спасибо. Так.
Ну и когда же, по-вашему, начнется война с Германией? Даже так? Мне поручено предварительное расследование по вашему делу о распространении, ну, вот так вот, панических слухов о войне с союзником. Фу. Я верю и вижу, что вы убежденный коммунист, честный человек. Как же так могло случиться, Петр Михайлович, что вас паникером назначили? А кто назначил, у тех спрашивайте. Помогите мне, Петр Михайлович. Чин у меня невысокий, авторитета мало. А задачи стоят. Ого-го. Вы, ясно вижу, ни при чем. Кто сеет панику в гарнизоне? Как считаете? Ну, я специально просил вас прийти сюда, чтобы быть, как говорится, на коротке. Кто, товарищ майор? Я. Брякнул как-то пару раз, не подумав, что немец скоро попрет. Ни от кого ничего похожего не слышал. Нет в гарнизоне паники, товарищ Вайнштейн. Спите спокойно. Вот смотри, лейтенант. Если попрет, мы все в котле окажемся. Гарнизон 8000. И в одни северные ворота такая прорва людей выйти не успеет. Все с мамками, няньками, бабками, детьми обросли добром. Занавесочки, салфеточки, санаторий. Поляха-муха. Большую часть гарнизона надо вывести за пределы крепости, в места расположения частей. Вот о чем я, боевой командир, прошедший две войны, говорил. И говорить буду. А вся 4-я армия на что, Петр Михайлович? Не оставят же нас? Не дадут свариться, как считаете? Не дадут. Не дадут, если все окажутся там, где положено. Бойцы в одном месте, командиры в другом. Где боец без командира, там и паника. Это азбука, товарищ лейтенант. Я совершенно вас понял, Петр Михайлович. И наш разговор считаю для себя очень полезным. Прошу, конечно, держать его в тайне. Рассмотрение вашего дела назначено на 27 число. Разрешите идти, товарищ лейтенант? Кино в клубе начинается. Да, конечно. Началось. Да успею. Куда надо, не опоздаю. Здравия желаю. Да я видел, зашли. Здравия желаю. Тюк-тюк-тюк-тюк. Не ревную я с тобой на это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется. Анюта, я давно хотел тебе сказать. Сонь. Анюта, Сонь, останешься? Посмотри, как люди живут, а? Анюта, я давно хотел тебе сказать. Пошли, вы, товарищ майор.
Петь. Честел. Иди спать, Катюша. Vergiss diesen Tag nicht. Los! Dali, dali, dali! Так в Бресте появились немецкие диверсанты в нашей форме. Отключение света и воды в крепости – дело их рук. Что с тобой? Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Говорит, сегодня война начнется в 4 часа. Веришь? Да нет, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Да нет, это я из-за Нюрки взъелся. Выросла девчонка-то. Раньше ты рассказывала мне. А теперь что не спросишь, фыркает под нос, и все с приветом. Слушай, может, заболела она? Угу. Сашка Акимов эта болезнь называется. Влюбилась наша Нюрка. Так-то, папаша. Сань! Ну? А помнишь, ты обещал меня на рыбалку взять? Не, Нюр, тебя родители не отпустят. А я тихо, когда все заснут. Ладно, Нюр, ты пока подуди, а я пойду перекурю. Давай поженимся. А меня спросил жених. Не веришь? Я сейчас. Кто? Я мигом. Здрасте. Фамилия? Колька. Кино привез. Thank you.
спать не дают. Пойду разберусь. Я представлял себе войну, но я не представлял себе войну. Такую войну. Все ее ждали, но никто не ждал, что вот так сразу. Просто и страшно.
Я бежал в этот дом. Это место сбора на случай войны. Так было написано в штатном расписании. Но это расписание осталось там же, уже разрушенном доме. Нельзя! Пусти, Игорь! Пусти! Без командиров оружия не выйду! Быстро! Оружие мне было не положено. Первый взвод 133-го! Ко мне! Но у меня было свое оружие. Разрешение на которое не требовалось. Кажись, стихло. Ach, lass den Hals! Mach dir die Hände in die Mutter! Беги, сынок! Vorwärts! Нельзя! Сюда нельзя! Нельзя! Schnell, schnell! Erst im Opel, nicht op... Ach, links! Auf der Seite! Die obere Etage! Sunda! Чеши отсюда! Где оружие? Да пошел ты! Командиры! Ко мне! Мы здесь. Мы лейтенанты. Лейтенанты? Не вижу! Приведите себя в порядок и доложите как положено, иначе расстреляю, как паникеров. Есть. Есть! Всем вернуться в казармы! Разобрать оружие и занять оборону! Бегом! Ма!
марш! За мной! Быстро! А где наши? На эфире только немцы. Может, это обучение? Какие тебе нахрен учить? Какие учения? Оставить! Виноват, товарищ полковой комиссар! Панику прекратить! Комполка в крепости. Ясно. Командование беру на себя. Старшина! Есть. Собрать весь личный состав, раздать оружие. Рассредоточиться окон! Немцев через мост не пускать! Беречь патроны! Попытки выйти на связь не прекращать. Есть. Я крепость, я крепость. Застава! Слушай мою команду! Оружие к бою! Мало оружия, товарищ лейтенант! Завалило оружие! Политрук! Убит! Все, у кого есть оружие, ко мне! Остальные! Все, что можно из завалов достать! Немцы! Застава! К бою! За мной! Ура! Я крепость. Держим оборону. Ведем бой. Ждем подкрепления. Хвалю за бдительность! И сапоги, пожалуйста!
Что сапоги? Сапоги покажите! Наши гвозди круглые! Немецкие, квадратные, шариком! Смотри! Квадратные! Жетанчик-то немецкий. А гвоздики-то были круглые. Держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. Веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. Товарищ комиссар, гляньте! Наши из госпиталя! Еще там одна вонь в уши мне лечила. Что же это будет, товарищ комиссар? Старшина, я пойдешь со мной. Есть. Оружие оставь. Всем рассредоточиться у окон. Взять колонну на прицел на уровне груди. За мной. Прикрыться.
Необходимо пробраться в Брест. Узнать обстановку, как там. Я тут бой. Держу оборону. Жду подкрепления. Я крепость. Я крепость. Я тут бой. Задача ясна. Жду подкрепления. Так точно. Товарищ полковой комиссар. Выполняйте. Жду подкрепления. Посмотри, сколько народу побили, а? Воис раздеруч, мама, мятля сам марчен тогляра. Патроны. Давай сюда. Патроны. Есть. Какие патроны, цаватаным? Садись. Наша семья и семья Почерниковых. Дядь Вань! Давай ползи к окну. На, помоги. Ой.
Шура, нет. Иди сюда. Сашка, текай. Нет. Это приказ. Что будем делать, Вань? Я в плен не сдамся. Я с тобой. Я все понимаю. Без тебя и детей жить не хочу и не буду. Шур, прости меня. Ты прости. Посмотри, чего они там. Назад. Здесь не прорвемся. Ждем не прорваться, товарищ полковой комиссар. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Ждем подкрепления. Я крепость, я крепость. Я крепость. Ведем бой, держим оборону, ждем подкрепления. Я крепость, ведем бой. Танки. Спокойно, лейтенант. Хоть бы одно орудие. Я же говорил. Говорил же. Третий. Эх, сейчас бы ружье противотанковое. К бою! Приготовить гранаты! Без приказа не стрелять! Разгорелся наш утюг. Все равно ты будешь мой. Никуда не денешься. Bitte den Panzer schützen, Herr Bilden! Bitte den Panzer in Deckung bleiben!
кто стрелял? Кортон, гранаты. Есть. Заряжай! Тебя как зовут, сынок? Лейтенант Акимов. Акимов. Так погиб мой брат. Первый день. Первый бесконечный день. Первый приказ об отступлении в ходе войны был отдан немецким командованием 22 июня 1941 года в 11 часов утра здесь, много тяжелых, в Брестской крепости. Способных держать оружие осталось 18. Медикаментов, воды, еды совсем нет. Как думаете, где наши? Чего не идут-то? Или скоро подойдут? Чего бойцам передать? К утру подойдут. Обязательно подойдут. Оп, 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 оп. Ну что, всех похоронили? Так точно. Потом. Товарищ майор, до завтра наши их утром поганой метлой, да мы...
Здесь оставаться опасно. Здания сильно разрушены. Вы все пойдете за мной. Укройтесь в подвалах, казармы до прихода наших. Я думала, она с тобой. Надо идти. Я не знал, что происходит. Я не знал, что делать, куда идти. Одно я знал точно. Надо дождаться утра. Ведь утром подойдут наши. И все, все закончится. Лейтенант, разрешите доложить. Воспитанник музыкального взвода 333-го полка Акимов Александр. В подвал его. Товарищ лейтенант, а где Аня? Что? Аня. Я видела, она к вам побежала. В подвал его, быстро. Быстро, Фадор. Пусти! Стой! Вань, куда? Куда? Стой! Куда? Я найду ее! Акимов! Сашка! Я найду ее! Uns geht die Munition aus. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Handgranaten mehr. Wir brauchen Verstärkung. Thank you.
Ach, jetzt handel ich! Unser von Heiner! Komm mit! Jetzt hast es! Зубачева. Их небольшой отряд у Холмских ворот. Они не пускали врага через мост. Здесь я впервые увидел пленного немца. Маслов! Что он говорит? Wiederholen Sie. Wir sind wahrscheinlich schon in Minsk. Он говорит, скорее всего, взят Минск. Ihr befindet euch im Hinterland, tief im Hinterland. Говорит, вы в тылу. Мы в глубоком тылу. Какой тебе Минск? Что ты сюда припёрся? Ну что ты припёрся? Ich schwöre euch, Minsk ist bereits gefallen. Врёшь. Товарищ комиссар, гляньте! Лейтенант Карелин, 123-й истребительный полк. Полковой комиссар Фомин. Рассказывайте, что происходит в Бресте, в Кобрине? Почему молчит наша авиация?
Где наши? Нету аэродромов, товарищ комиссар. Все уничтожены. В Бресте немцы. Наши отступают. К Минску. Товарищи, бойцы, немцы предлагают нам сдаться. Они предлагают нам трусливую жизнь в плену. Они ошибаются. Мы бойцы Красной Армии и будем защищать нашу Родину до последней капли крови. Другого выхода у нас нет. Нету, милая. Есть, дай, дяденька. Где семья, Костя? Не знаю. Я их оставил себе в доме, в подвале. А сейчас не знаю. А ты с моими что? Не знаю. Нельзя. Бензин. Я помню это утро. Или день. Я проснулся и увидел руки. Руки Коваленко. Он вырезал мне из дерева свистульку. Я смотрел и думал,
Зачем она мне? Надо объединиться и идти на прорыв. Кого нам здесь дожидаться? На прорыв. Немедленно. Сегодня же ночью. Или всех потеряем. По одному. Какой прорыв? Крепость окружена. Брест взят. Куда прорываться? В плен? В лагерь? На смерть? Куда? Смертники мы, товарищ капитан. Да. Многие погибнут. Возможно, все. Пока силы есть, надо бороться. Надо идти на прорыв. Пиши приказ. Номер. Приказ номер один. 24 июня 41 года. Крепость. Создавшаяся обстановка в крепости требует немедленного выхода. Немедленного выхода зачеркни. Напиши организованного боевого действия для дальнейшей борьбы с противником. Руководство и командование. Полковой комиссар Фомин. Капитан Зубачев. Лейтенант Виноградов. Решила. Объединить оставшиеся силы воинских частей. Сводную группу. Объединенными силами сегодня ночью, 24 июня, идти на прорыв. На прорыв. Для соединения с регулярными частями Красной Армии. Красной Армии. И дальнейшей борьбы с фашистскими захватчиками. Опять твою мать! Всем занять свои позиции! Я крепость! Я крепость! Так. Серчук! Павленко! Здесь! Павленко, ко мне! Ко мне! Есть! Так, слушайте внимательно. Судя по постоянной перестрелке в районе Тереспольских ворот и восточном порту, там все еще сражаются наши. Со мной! Постарайтесь во что бы то ни стало пробраться к ним. Доложите оперативную обстановку и сообщите о нашем решении идти на прорыв. Ночью! Постарайтесь добраться к ним до прорыва. Вернуться обратно! Живыми! Товарищ комиссар, разрешите, я пойду! Не разрешаю! Воды попейте, все, что могу! Отдайте раненым, товарищ комиссар! Выполняйте! Есть! Я крепость! Отнеси раненым в подвал! Исполняйте! Есть! Оборону! Жду подкрепления! Все, все! Все! Ну, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Ну, все хорошо. Заканчивайте сами. Доктор. Доктор.
субботу в военторг холодной минералочки завезли. Вай, мама, чё-то. Я не дошел, Сашка. Давай, Восточный форт. Там наши. Передай приказ. Сегодня ночью прорыв. Я передам. Я знал, что со мной ничего не случится. Потому что я должен был доставить этот приказ. Thank you.
Аня. Тут это. Пока не выбраться, ты посиди здесь. Я с тобой не могу. Приказ у меня. Мне надо его доставить. Слышишь? Ты меня слышишь? Воды не было. Точнее, она была везде. Но до нее было не добраться. Все подходы к берегу простреливались. За котелок воды, за глоток погибали. А то, что приносили, берегли для пулеметов. Товарищ майор, разрешите доложить. Воспитанник моего взвода 333-го полка Акимов. Приказ. Ночью общий прорыв. Сигнал – красная ракета. Везет мне. На Акимовых. Я крепость. Веду бой. Держу оборону. Жду подкрепления. Я крепость. Веду бой. Держу оборону. Жду подкрепления. Я крепость. Oh.
Пора. Товарищ военврач. Я
сделал все, что мог. Сделай что-нибудь, командир. Не пойду. Я не прошу, Катя. Ты не можешь мне приказывать. Не пойду. Тогда никто не пойдет. А ты жена моя. Жена командира. За тобой пойдут. Thank you.
должны вырастить детей. Ты справишься. Ты сильная. Ты очень сильная. Ты самая-самая. Аня. Аня, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Надо идти. Тебя папа ищет. Он там. Он ждет. Он в казарме. Надо идти. Надо идти. Обязана, никуда не пойду! Господи, ты не Кокеймов. Это приказ. Слышишь меня? Саня, она не пойдет без тебя. Слышишь? Не пойдет. Есть, товарищ лейтенант. Выполнять.
Исчерпав все возможности, немцы сбросили на Брестскую крепость 2-тонную бомбу. Веду бой, держу оборону под краплением.
Er ja, wird sich wundern. Hey, Ruski! Lubnis! Das ist ein Trophäe! Russe, komm her! Karl, weißt du, wie es unseren Kameraden geht vor der Festung? Peter, es gibt keine Neuigkeiten. Einsammeln. Das war wirklich ein harter Kampf. Ich glaube, in Deutschland kann das keiner vorstellen. Hey, schau mal rein. Ursche, einsammeln und beeile dich. Tote einsammeln, Waffen zusammensuchen, Russen wegschaffen. Und Ordnung schaffen hier. Kommissar. Los, streng dich endlich an! Pass auf, nach vorne! Vielleicht gibt's was! Konzentrier dich endlich! Verdammt doch mal!
коммунист и еврей. Kommando, antreten! Fertig laden! Anlegen! Полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич был расстрелян у Холмских ворот в конце июня 41 года. В 1957 награжден орденом Ленина. Посмертно. Приказ. Выходить из крепости по одному. Оставаться живыми. Как можно дольше. Спасибо вам, товарищи. Прощайте. Прощай. Спасибо. Прощай. Спасибо. Прощай. Прощай. Спасибо. Майор Гаврилов Петр Михайлович был взят в плен тяжело раненым на 32-й день войны. Как и многие, побывавшие в плену, был подвергнут репрессиям, исключен из партии. И только в 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Утек я, товарищи. Пока пленных через лес вели, я и утек. Пока шел, как бомба шандарахнула, тяжко. Глухой, товарищ лейтенант. Ничего не слышу. Пока есть силы, приказываю прорваться сквозь кольцо окружения в сторону Тересполя. Николаев, возьмешь командование на себя. Я здесь останусь. Прикрою вас. Ну, товарищ... Выполнять, я сказал. Но не томи. Есть. Помоги мне.
Ты готов, я знаю, ты выберешься из крепости. И еще. Расскажи там все, что ты видел. Всю правду расскажи. Про нас расскажи. Слышишь, трубач? Не слышишь. Ступай. Ступай, Санька. Ступай. В 1965 году начальнику 9-й погранзаставы лейтенанту Кижеватову Андрею Митрофановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Моя Аня и вся семья Кижеватовых вместе с другими семьями защитников Брестской крепости были расстреляны немцами осенью 42-го года.
Знамя, отданное мне Кижеватовым, я сохранил. Как и свою память и веру. Я и теперь продолжаю верить. И ты верь. Они живы. Все, о которых я тебе рассказал, и те, про кого мало знаю. Все они живы где-то. А лет мне тогда было примерно как и тебе сейчас. Потемнела синева за рекой, дайте время, и сверчок запоет. Неподвижный, чуть тревожный покой, птица глупая случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весло, новый день немного раньше пришел. Только рядышком с тобой мне тепло, будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Притаилась синева, что-то ждет, чуть подмигивая всем, кто не спит. Вдруг внезапно счастьем сердце зажмет, хоть о чем-то важном да промолчи. Чего промокнет рассвет, притворяясь дымкой в сером плаще. Здесь всего, что для тебя больше нет, или есть, но по-другому вообще. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Позволь мне погибнуть.